заглянем в наш садовый календарь, чтобы узнать, какими делами можно заниматься в этот день на огороде. Обязательно заглянем. А тем временем за окном уже 1 июля. Луна убывает и находится в знаке Тельца. Подходящий день для заготовки лечебных трав. Вот у меня бабушка всегда собирала травки, до сих пор собирает, заваривала чай. Когда я его пью, я вот, знаешь, прям в детство возвращаюсь. Очень полезно. Ну и вкусно. Эту традицию надо оставить и по сей день, и нам тоже ее заиметь. Ну что ж, это благоприятный день для обработки ростков от вредителей и болезней, опрыскивания, поливки, подкормки органическими минеральными удобрениями. Если уж очень хочется, то можно заняться посевом однолетников зелени, рассады овощей с наземными плодами, такие как огурцы, капуста, томаты. Точно не стоит тратить свое время драгоценное на укладку газона и не рекомендуется сажать тыкву, кабачки, огурцы и, внимание, картошку. Пикировку, окулировку, укоренение черенков тоже необходимо перенести на другой день. Вот так вот, друзья, постоянно нужно что-то переносить, а когда всем этим заниматься, подумаете вы. Такие вот советы, друзья, всем желаем плодотворного дня и удачи на даче.